Привет, друзья! В общем, нам надоело стрелять по таким вот мишенькам, и мы сегодня для вас подготовили довольно-таки интересный эксперимент. Возможно, многим из вас было интересно, что будет, если выстрелить с револьвера Флобера под водой. И вообще, будет ли выстрел произведен, либо оно просто как-то класснет и ничего не произойдет. Вот сегодня мы об этом поговорим, и сегодня мы это узнаем. Ну и в общем-то, для эксперимента мы приготовили 25-литровый аквариум. Возможно, вы уже заметили, как много бутылок с водой. Мы это все тянули, просто невозможно было нести. И подготовили специальную такую вот платформу с небольшой такой металлической петелькой, куда будет ставиться револьвер. И это все будет погружаться под воду. Затем, благодаря такой конструкции платформы, за веревочку можно будет потянуть. Веревочка потянет за курок и произведет выстрел. Для точности эксперимента, без каких-либо рук, полностью пистолет будет погружен под воду и без вмешательства рук. Вот так как-то будет произведен выстрел. При этом всем, ребятки, вы обязательно это все заметите и посмотрите в замедленной съемке. Надеюсь, вам понравится. Ребята, если вам нравится оружейная тематика, то наверняка вы играете и в сами шутеры. И в этом вам просто будет полезен Gamer Cash. Если хотите нашинковать реальных денег, то в этом вам поможет Gamer Cash. Начни зарабатывать на играх, регистрируйся на сайте, выполняй задания, получай кредит и обменивай их на игровую валюту, ценные предметы и скины для своих любимых игр. Gamer Cash — это лучший сервис, чтобы начать зарабатывать, занимаясь любимым делом. Ссылочку я оставлю в описании. В общем-то, ребятки, осталось только залить воду, чем я сейчас и буду заниматься. И у меня тут есть 25 литров воды. Кстати, кто из вас знает лайфхак, как можно быстро выливать воду из бутылки? Обязательно напишите про это в комментарии. Ну что, аквариум мы уже заполнили водичкой полностью абсолютно. Я думаю, что должно получиться довольно прикольно. Главное, чтобы револьвер выстрелил под водой. Потому что, ну, мы сами не знаем, что из этого произойдет. И сейчас начинается самый большой кошмар оружейников, потому что для любого любителя оружия окунуть пистолет в воду — это считать, что просто убить свой пистолет. Но мы сейчас попытаемся его защитить. ВД-40, которая тут написано, защищает от коррозии. В принципе, нам необходимо просто обработать весь пистолет полностью от коррозии этим всем ВД-шечкой туда в ствол. Теперь открыть сам барабан. Ну что, вот, собственно, и начинается само погружение пистолетика под воду. Ребят, обязательно поставьте на паузу, напишите в комментарии, кто что думает, разобьет пуля аквариум выстрелом, либо же не разобьет. И также напишите через запятую, выстрелит пистолет под водой или он не выстрелит. И потом посмотрим, кто действительно угадал, а кто нет. Только давайте честно, на паузу перед выстрелом. Ну а мы погружаем. Нажал, сработал. Ребят, выстрел прозвучал. Давайте посмотрим в барабан. Откроем его. И что там внутри? Потому что... Ага, то есть оно-то, ну, ударило, но нету по бойку выстрела, да? И получается, что типа выстрелить под водой с револьвера невозможно практически. А ну я сейчас вот так вот с руки. Сейчас мы произведем один выстрел так. Выстрел был. В общем, ребят, я попробую с руки в аквариум. Никогда не повторяйте, это действительно может быть опасно. Может поранить при выстреле руку там и так далее, стеклами, чем угодно. Так что мы попробуем так это все сделать. Ух ты! Ну что, пора подвести итоги. В общем-то говоря, выстрелить флобером под водой можно. Даже при этом хорошо его смазав маслицем. Но тем самым вы рискуете тем, что в пистолете застрянет пуля, так как у нас произошло на данном моменте. Вот тут можно прекрасно увидеть, сейчас я на солнышко покажу, как блестит пуля. Вот так вот будет видно, вот с этой стороны, если подойти, посмотреть, вот там вот пуля есть.
Вот она в самом начале застряла. И это был второй выстрел с пистолета. То есть получается, по сути, выстрелить-то можно, но 1-2 раза, не больше. Так, пулю-то мы вытянем. И если вам интересна судьба пистолета, то мы обязательно покажем, какие с ним были последствия и вообще, что с ним произошло. А давайте-ка теперь посмотрим на пульку под водой. Аквариум, кстати, не повредило. И вот сама пуля. Так, вот пуля. Она даже не деформировалась. То есть единственная проблема в том, что пули просто под водой начинают застревать в стволике флобера. Ну, собственно, ребят, так как пистолет забился, я не мог оставить вас просто без бонуса, поэтому у нас есть P2000, есть аквариум с водой. Давайте-ка посмотрим на фееричное шоу. Поехали! Ну что, ребят, я думаю, вы сами видели, я просто в шоке. Вот, как говорится, вернулся старый Mad Science на круги свои. Сейчас будем это все собирать, так что вы там не действуйте, мы обязательно это все соберем. Посмотрите, что с табуреточкой случилось-то от P2000, которая под водой бахнула. Ну и аквариуму, собственно, тоже полный пипец. Давайте теперь подведем итоги. Все сделать можно, надеемся, что вам понравилось, и надеемся, что это выглядело красиво, мы сами еще пока что не видели. Ну а на этом мы будем заканчивать. Ребят, обязательно ставьте лайки, если вам интересна оружейная тематика, если вам интересно, там, чтобы выстрелить более мощной воздушкой под водой там, и попробовать как-то там заснять это, я не знаю, ну что-то попытаться такое сделать интересное, чтобы вам понравилось. Поддержите обязательно лайками, репостите, обязательно репостите, потому что, ребят, что-то вас мало на канале, просто вот, я не знаю, надо побольше, чтобы ребят смотрело. Если вам это интересно, то мы это обязательно продолжим. Ну а на этом будем прощаться. Всем пока, всем удачи и до свидания.